Польше прошла общенациональная акция протеста учителей. Сотни педагогов, родителей и учеников требуют проведения новых реформ в системе образования. Напомню, Польша в этом году возвращает 8-летние средние школы, 4-летние лицеи, 5-летние техникумы и полностью ликвидирует гимназии. В итоге работу потеряют около 10 тысяч преподавателей, а для 20 тысяч учителей существенно сократят зарплаты.